не очень, как у врача. Друзей близких на самом деле немного, а друзей в Фейсбуке, вы знаете, это огромное количество. Сила в моей семье. Слабость в нехватке времени. Не хватает времени, наверное, на реализацию всех тех проектов, которые сегодня передо мной стоят, и все время пытаешься отложить это на потом. А это действительно слабость. Я очень люблю спорт, я люблю баскетбол, люблю тайландский бокс. Вырос без папы, из-за этого решения всегда принимаю самостоятельно, как мужчина. Коллегиально могу выслушать мнение всех своих друзей или коллег по работе, но принимаю решение самостоятельно. Тяжело. Лучше, чем другие. Я, наверное, не могу сказать, что я делаю лучше, чем другие. Я знаю одно, что то дело, которым я сегодня занимаюсь, я его делаю с пониманием полностью тех задач, которые перед мной стоят. Лучше я делаю то, что никто бы не сделал на моем месте. А это настоящую работу для одесситов. Амбиция — это взяться за любое дело и его реализовывать в тех проектах, в которых мало кто мог на себя взять эту ответственность.